ВВС Израиля нанесли удары по объектам организации «Хамас» в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. А местные СМИ передают, что целью бомбардировок стали две вышки с телекоммуникационным оборудованием в секторе Газа. С начала года палестинцы выпустили по Израилю 18 ракет, заявили в Тель-Авиве. Считается, что большинство обстрелов совершают салафитские группировки, которые разделяют идеологию ТИГИЛ. Однако ответственность за все агрессивные действия с территории Газы Израиль возлагает на правящее там движение «Хамас».